Ну что, мы находимся возле спортзала «Газголдер». Вот он наш «Газголдер-зал». Вот. И сегодня мы собрались не просто так. Мы сегодня собрались на то, чтобы спраздновать день рождения зала. Четыре года вот этому залу. Вот. И собралась какая-то публика. Вот сейчас мы у нее спросим вообще, что вот, вот кто вообще. Вот. Здравствуйте, да, вот, здравствуйте. Вы кто? Расскажите. Не тупи, Натуля, не тупи. Наташа, занимаюсь там 5 лет. Наташа, занимаюсь третий год. Третий год, да. Ждем тренера. Ждем тренера. Поедем, хорошо, что не ребенок. Поедем в лес. Поедем в лес, отлично. Воробей. Так. Здравствуйте, вы чего ждете? Да? Какие ожидания от сегодняшнего дня? Чего-то жду, не знаю, чего жду, боюсь. Боюсь. Ладно, так-то. Здравствуйте, вас как звать? Так, кто вы? Меня Ирина зовут. Ирина, очень приятно. Ага. А что я здесь делаю? Да, что вы здесь делаете? Ну, я, получается, уже 8 месяцев я здесь делаю. О, 8 месяцев! Это сколько я в зал не хожу, ё-моё! Я по утрам чаще. А, все понятно. Все. Девчонки, так, расскажите. Вы кто? Да, вы кто? Кто? Вы еще что здесь делаете? Я знаю, вы кто. Вы что здесь делаете? Собрались на тренировку в лес. Мы двойные прыжки умеем прыгать. Вообще скажите, кто эти все люди? Вот, что они тут делают? Эти люди решили потренироваться в воскресный день, отметить день рождения «Газголдер», нам 4 года. 4 года. Не тому, который Баста, а который... Да Басте вообще, по-моему, года 2 всего лишь. Баста отдыхает. Сейчас мы сделаем перекличку и поедем... Соберем деньги, на базу... отдыха спецназ. О, да вы что, на базу отдыха спецназ поедете? Самая лучшая база, между прочим. Привет, как тебе кроссфит? Супер. Сколько занимаешься? Месяц? Да. Кроссфитом занимаешься? Ты же 3 года. Ну ты молодец, дай поделочку. Да он, наверное, 4. Молодец, вот. Иди, Максим, вы как представитель медиа холдинга, расскажите вообще, что для вас кроссфит? Как вас еще берут ведущим, с вашим только разбудильники вести? Это как в полицию, никто не соглашается, поэтому идем мы, дебилы. Все понятно. Я простой водитель. Спецназ. Я хожу кроссфит 11 месяцев. Отлично. Это вообще шикарный вид спорта. Всем рекомендую. Всем советую. Стас, вы как старожилы этого зала, расскажите, что вы чувствуете сегодня, когда прошло 4 года? 4, мать его, года. У меня прошло всего 3. Я чувствую кайф. Кайф? Кайфуем! А чем мы дудки-то? А что дудки-то? Чем мы дудки? Когда дуть будем? Когда? Дуть будем потом. Привет. Расскажи, как долго ты занимаешься? Как тебе вообще нравится? 5 октября было 2 года, как я пришла. Обалдеть, 5-го 2 года. Шикарно. Да. Как тебе кроссфит? Как он вообще? Вообще супер. Полезно, да? Вообще. Жилет, вот это затащить все. Опа, так сразу. Корреспондент подготовился, что он будет снимать очень долго. Да, я так. Ну что ж, мы присутствуем на праздничной тренировке. Кто как празднует день рождения, а спортзал «Газголдер» празднует именно так. Быстрее давай, что ты там лобзаешься, бегом давай. Жарится, Алексей нам проведет... Тимбилдинг, да. Какие-то элементы тимбилдинга мы проведем в разминке, как обычно, командные. Потом Алексей нам сделает... Сразу рассчитывайте, значит, все, что касается физических упражнений на тренировках. Сегодня я подготовил программу интеллектуального тимбилдинга. Сегодня придется вам поработать, пообщаться, да, с друг с другом головой. Тут недалеко, девчата, давайте. Сами останьтесь, короче. Я вас провожу, как всегда. Помашу вам. Я тоже как будто побежал. Фу, 20 километров уже бегу. Фу, такая тяжелая разминочка такая. Я отстал. Вот, я отстал. Да, они все побежали, я отстал. Все. Ну что-то как-то не весело как-то. Ну-ка давайте там. Влево-вправо.
динозавров легко было? Задача такая. Инструктаж идет, а не фото. Инструктаж на тимбилдинг. Инструктаж на тимбилдинг. Итак, и поворачиваемся на 180 градусов. Раз, два, три. Поздравляю! 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 Ура! Напрягли девочку, правда, но ничего страшного. Первое право первого брачного, первое толчка. Первое предоставляется тренеру. Итак, готовы на старте, Ваня Марш?
Все, отлично, вот это да! А Борисова Борисова! Так себе, если праздник, если честно.